Всем шалом, наша недельная глава называется Вайешев. Основное повествование нашей истории — это об Йосефе. Как братья кинули его в яму, и он оказался в рабстве в Египте. Человек был в одном положении, он был любимым сыном своего отца, имел все, что хотел, и вдруг он оказывается на полном дне своей жизни, оказавшись рабом. Что можно было бы подумать, что как человек себя чувствует на его месте, что все, конец, жизнь сломана, можно сломаться. Но из истории Йосефа мы можем учиться наоборот, что там, где мы думаем, что мы сломались, это то место, где мы можем подняться. В жизни можем сломаться ментально, физически, нам могут сломать наше сердце, но это все зависит от нас. Если мы сможем пройти эти препятствия, то мы станем тем, кем мы были задуманы Всевышним пройти через эти испытания. Как мы видим, Йосеф в рабстве становится начальником, а потом, выйдя из рабства, уже в следующей главе, он опять попадает в тюрьму, а после этого он станет вторым человеком после фараона. Потому что мы в жизни можем падать сколько угодно раз, главное подниматься, как это делал еврейский народ в течение всей своей истории. Об этом наша недельная глава. Шаббат шалом.